Всем доброго времени суток. С вами канал Бонсай сначала 65. Кто помнит мой гранат? Из множества гранат, как пересаживать сейчас я его не буду. В стиле метла. Вот такой вот здесь жир вырос. Листочек воротин. Вот такой вот он. Листья он уже сбросил у меня. Сегодня 30 ноября. Сейчас я его подрежу, кое-что ветки длинные, чтобы на зиму. Потому что он сейчас домой занесу, если в декабре его, он эти ветки разбудит. И еще сильнее выйдет. Поэтому я срежу его на ближайшие почки. Вот это нижнее. Пойдет вот так. Здесь. Особенно выбирать, наверное, не буду, потому что по кругу пойду. Отгинать пока что ничего не буду. Просто подрежу по почкам. Там, где он разбудит, вообще может в другом месте разбудить. Дело в том, что такой гранат. Ну, это семечки выращены. Это и укорененные. Я семечки вырастил, которые косичка у меня, он в этом году почему-то погиб. Не знаю почему, то ли я его залил, то ли я его... Он у меня загнулся. Короче. Надо, вообще, я не могу найти гранат такой домашний, который маленький. Не живучий, а эти уличные, ну, в смысле, дикие. Семечко, ну, как с большого, с магазина гранат покупного. Семечко выращено, мне кажется, ему зимовка нужна. А у меня зимовка никак не получается. Я живу в благоустройке, она лоджия, она не утепленная, поэтому... Ну, даже он стоит до декабря, а толку-то. Все равно домой заносишь, он не зимует, он начинает пробуждаться. Он тех силы теряет, получается. И что получается? И за зиму силы теряет, ну, свой отдает, то, чтобы ему вырастить ветки. А в результате весной он ни черта уже не растет, потому что за зиму все свои силы с корнями уже вытянется. Это еще более-менее рос, а тот меня так загнулся. Ладно, посмотрю, если этот жив будет. Так. Гранат такая штука, что... Не знаю почему, но... А может, я его залил. Даже не знаю. Этот еще нормально. Вот так, в форме метлю, метлю вот так. Гинать пока ничего не собираюсь. Он тут ничего не сросся еще. Здесь веточку давал куда-то. На следующую весну, наверное, его пересажу. Может, было сейчас, но что-то не очень. Хотелось утревожить. Весной его пересажу, наверное. Здесь мох, смотрите, какой вырос. Вот какой мох красивый, зеленый. Ну, в общем, как-то так. Ну, все пока-пока, особо показывать нечего. Я вот то, что на зиму обстриг, он сейчас еще постоит до декабря немножко. Пока там минус не отпустится. А потом уже весной буду выстригать что-то лишние ветки. Сейчас пока не видно их. Где сухая, где что, лишнее удалю. Так, сверху просто постриг ветелочку-то. Все, всем пока-пока. Моя рука, как всегда, Маша, до свидания. Долго задерживать вас не буду. Всем счастливо. Всем настроения хорошего. Всем, как говорится, мирного неба над головой. И чтобы стол всегда был полон. Всем пока-пока.